Всем привет, дорогие друзья, да. Гости нашего канала. Как ваши дела? Посадил. Сегодня мы бежим по своим делам. У нас сегодня назначена встреча с адвокатом нашим. Поработаем над нашими вопросами. Вот. Ну а дальше мы будем свободны. Вернемся домой, пообедаем. И затем устроим тихий час для Османа. То вчера он без сна, тяжело было. Ну а потом у нас поход за водой. Да, Осман? Здорово. А, собачка, смотри. Вон какая собачка. Шариком играет. Бай-бай, скажи собачке. Вот. Покажу вам, какой сегодня Османчик модный. Уговорила его одеть сегодня рубашку новую. Вернее, я ее еще когда купила. А все не рост и размер большеватые были. Вот. А, 76. 76 нам не подойдет автобус. Посмотрите, какой модный Осман у нас сегодня. Красивый, да? Иди вперед. Красивый. Пойдем? Нет. Некрасиво. Как это некрасиво? Красивый. Зеленый. Зеленый? Да. Зеленый нужен рубашку? Да, надо. Ну, она вот такая, цвет морской волны, Осман, какая есть уж. Вот так. Некрасиво, говорит Осман. Сегодня замечательная погода. Немножко ветерочек. Что, зеленый? Хорошо, если найдем зеленую рубашку, купим еще, ладно? Да. Хорошо? Вот, маме тоже вон нужно сумку обновить. Спортивную маленькую сумочку нужно, чтобы удобно было носить кошелек, телефон. Да, Осман? Вот. Это. Что ты купил? Это зеленый такой. Зеленый? Красивый. Красивый? Да, смотри. Давай, ставь на место, пойдем дальше. Зубную щетку тебе будем искать. Нет, нет. Толкай, толкай. Здесь стояла она, да? Да. Стояла. Косарек, косарек. Откуда ты взял ее? Не знаю, откуда ты ее взял. Сюда поставим. Нет. Пошли. Пойдем, пошли быстрее. Так, время идет, давай быстрее на горку еще пойдем. На горку не пойдешь? На горку не пойдешь? Все, пока. На вот эту возьми. На вот тут тоже белый, возьми. Я пошла. Молодец! Да. Молодец! Танцевал! Хватит! Все посадили. Вот как красиво посадились у нас во дворе. Деревки, да? Два дня субботника. Куда я тащу? Ну а что ты там хочешь? Пойдем за водой сначала? В огород. Потом в огород пошли за водой сначала. Воды-то нету. Давай, выходь. Выходи. Водой. Не хочешь? Удивительный вопрос. Почему я водовоз? Потому что без воды ни туда и ни сюда. Спускайся на грешную землю. Молодец. Пойдем сейчас к родничку. Наберем сейчас студеной водички благословенные. И будем пить. Красивые. Запах, да, обалденный. Оса, 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 не укусит, скажи. Оса, осторожней. Оса? Ой, а я даже до такой степени увлеклась понюхать, что даже не обратила внимания. Сейчас мальчик меня подлетает. Да, там оса, скажи, да? Да, это оса. У нас сегодня домой залетела оса, да? Да.
Да, мы ее гнали, да? Да. Еле выгнали. Да. Да. Смотри, камни здесь. Камни здесь, да. Бабушка. Бабушка. Все дома сносят здесь, видимо. Администрация что-то задумала здесь сделать. О, ягодки. Дуд набрала бабушка. Жансура табла. Ой, тяжело что-то тащить сегодня. Сколько здесь? 30 литров воды. Что ты там лопаешь? А? Понятное дело, что? Что ты там кушаешь? Кашки. Ягодки? Кашки. Дуд? Ты дуд кушаешь? Кашки. А спасибо сказал? Спасибо сказал? Спасибо. Спасибо. О, она поспевает потихоньку, да? Держи. Ой, черный. Вкусно? Да. Ну, еще пару дней. Да. И пойдет. И будет чернеть. И будет вкусняшки. Если успеем, попасемся, придем. Вот. А уж если... Зелеными не подождут, сидят. А? Да, зеленый. Да. Зеленый сказала, да. Да не зеленый, это как? Потайгук. Красный, да. Черный, да? Дуд. Дуд. Да. Это дуд. Дуд, да. Ягодка дуд называется. Вот, мами, вот. При том, при всем, слушай, полива нету, как такого. Смотри, вот, мами. Растут. Ма? А я мои нашел. Нашел. Ты нашел, айда. Где? Зеленый, говорит, зеленый. Они зеленые, если солнце, они невкусные. Надо подождать, когда они созреют. Тогда будешь кушать. Хорошо, все, пошли. Пошлите? Да, красненькие, все. Да? Красивые, да. Красные, не надо рвать. Не надо. Рвать не надо, потом что будешь кушать? Эй, зеленое, живот не будет болеть? Смотри, мы предупредили. Пошли домой. Ах, да? Ах. Огромный. Большое колесо. Какое большое колесо. Большое колесо. Камера. Эй, болтушка, пойдем домой. Все рассказал про все машины. Пойдем. Османчик, я пошла. Пока. Жарко уже, пойдем. Домой хочется. Пойдем, долго уже гуляли. Пойдем. Мы еще домой воду не занесли.
Мы воду еще не занесли домой? Нет. А кто мне поможет? Огород. Пойдем огород еще посмотрим. Ага. Пойдем. Пойдем. Сейчас я только розочку понюхаю. Я только розу понюхаю. Ой, как вкусно пахнет. Это посадили. А? Эту посадили? Нет. Эту не посадили, да? Лишняя. Это не наша кошка, это чужая, да? Серая кошечка. Хорошая серая кошка. Коричневый, да? Да. А здесь море. И кожа здесь. Это серый, чужая серый. Грязь собираешь там. Выходи, выходи. Молодец. Туда, там грязно. Ты же не, кошечка там лазить. Ты разве кошка? Осман разве кошка? А? Ты котик? Нет? Или ты мальчик? Ты серый. Пойдем домой. Всем пока-пока, скажи. Всем пока-пока, друзья. Мама нету. Мамы нету? Нету. А где у нее мама? А, здесь. На грязи. А почему он без мамы гуляет? На грязи. Он грязь покакал. Грязь покакал. Пока-пока, скажи всем. Грязь покакал. Пока. Здесь мама. Осман, пока скажи друзьям. Здесь мама. Пока, друзья. Здесь мама. Да, вот здесь мама. Пока, друзья. На грязи. Пока, друзья, скажи. Пока. Пока-пока.